Всем привет, дорогие друзья! Вы меня просили показать, что у нас берут с собой дети в школу. Многие, потому что с других стран, многие с наших, с России. И вот первое у нас покажет Катя. Катя, ну сначала покажи свой портфель, во-первых. Портфель этот ей присылали с Германии. Ну, это, по идее, присылали Оксане, но Оксане он очень большой, поэтому его взяла себе Катя. Катя, покажешь, что у тебя в портфеле? Сколько у тебя там отделов открывается? Три, да? Три отдела. Покажи пока, что у тебя в портфеле есть. Папка. Папка или для тетради будет, или для труда, да? Но там потом она решит уже, для чего она ее сделает. Дальше показывай. Пенал. Что у тебя в пенале, потом покажешь или да, сразу? Потом. Хорошо. Там еще комната не собирается. Она еще там не собрала, там у нее все с прошлого года осталось. Альбом. Ты такой выбрала, да? 40 листов. 40 листов. Все. В переднем кармашке что у тебя? Там еще ничего нету? Да, там тоже есть. Зеркальце. Значок красновишерска, да? И все. Теперь давай, доставай все, что тебе надо будет ко школе. У нас вот эти вот, ребята, два отдела сделаны все ко школе. Здесь у нас канцелярия мелкая, ручки, карандаши. Теперь, Катя, выбирай, что тебе надо. Сильно низко не садись. И показывай. Дневник, вот в первую очередь, вот где ты положила папочку, там дневники. Выбери себе дневник. И покажи нам, какой ты себе дневник возьмешь. Ну, не видно ничего. Да, вот так вот. Молодец. Дальше. Не качайся, Марина. В пенале тут лежат. Покажи, что у тебя в пенале. Так, подожди. Карандаш. Ну, все, так вот делай внизу, я вижу. Фломастеры. Маркеры у тебя тут, фломастеры, карандаши, ручки, корректор. Да. Так, тебе что надо еще получается? Точилку, ластик, клей. Так, какую точилку будешь брать? Зеленую точилочку. Хорошо, давай дальше. Ластик какой будешь брать? Покажи вообще, какие там ластики у нас. Там есть, которые из Германии, чисто белые присылали. Вот ластики. Это вот. И чисто белые еще есть. Рисунки наказывать. А, тут разные рисунки еще оказываются. Ильюшу мы тоже собрали. Ильюша забрал себе. Свет, покажи по отдельности разные ластики. Какие вообще есть, нет, виды у нас ластиков. Это в упаковочке. Поближе покажи сюда. Вот так вот. Вот такие. Ты какой выберешь? Катя. Там кит. Вот этот вот. Розовый, да, с китиком. Хорошо. Слаживай на место и давай дальше. Она, кстати, в шортиках, так что не пугайтесь. Дома просто очень жарко. Дальше, Катя, что будешь выбирать? Клей. Клей тебе на карандаш или ПВА? Карандаш. Карандаш. Покажи какой-то. Выше. Выше. Вот такой вот клей, карандаш. Эрих Краус. Дальше. Линейку одну достань себе. Внизу распаковывается. Там все линеечки. А, не, разные цветами. Покажи свет сюда повыше. Выше. Ну, вот так вот. Прозрачная, голубенькая, желтенькая и салатовая. Да. Какую, Катя, давай? Голубую Егорке оставьте. Зеленую. Зеленую взяла. Все, хорошо. Дальше что тебе надо? Смотри, корректоры у тебя есть, текстовый водитель у тебя есть, ручки есть, простой карандаш у тебя есть? Простой карандаш есть там, да, у тебя? А, ты выбираешь еще простой карандаш. Какой берешь карандаш? Такой? А там в коробке еще у нас есть где-то. Там немножко другие карандаши. Это одинаковые. Одинаковые? Да, ну все, тогда бери эти в коробке, пускай пока лежат.
Для красок, так, зеленый карандаш, хорошо, ложи. Для красок, вон там он, одну штучку палитру, положи себе тоже, чтобы она у тебя была, вот такая вот палитра для красок, хорошо. Краски потом они будут, или сразу будешь брать по одной краске. У нас, по идее, покажи, Катя, что есть. Есть и краски, есть и гуаши. Ой! Покажи, Света, заодно какие краски. Вот такие вот красочки. Есть еще большие, да, 12 штук. Ну, пока, мне кажется, не надо. Пускай пока краски лежат, когда рисование у тебя будет, потом возьмешь отсюда уже. Пока так. Из этого, по-моему, это все положила. Все, что тебе надо. А, обложки вот в этой папочке обложки. А фломастеры ручки пока это не надо. Потом уже. Обложки, вот, упаковочку доставай, бери обложки, там 20 штук. Все, это упаковку у себя оставляй. Да, так, вот она там все слаживает внизу. Дальше. Закладки, одну упаковочку закладок. Какую возьмешь? Так. Вот это вот возьму. Так, подожди. Вот эти, да? Ну все, хорошо, убирай. Остальные на место ложи. У нас получается на девочек 4 упаковочки. Егорки уже отложены. Закладки отдельно. Все остальное вроде бы. Так, теперь давай этот ящик закрывай. Аккуратно закрывай. Пластилин младшим классом. На, вот она уже старший класс. Теперь будет она выбирать тетради. Вот здесь у нас все тетради. А? Ванечка, тихо. Тебе какие на? В клеточку сначала. Сколько штук надо? Света, Ванина. В клеточку у тебя сколько есть? А это, наверное, мало будет. Ну, вот в целом, тебе на в линеечку получается. Тоненькие берешь или толстые? Это толстые. Сзади там все тонкие. Давай покажем как-то. Вообще, сколько чего у нас? У нас вот целый ящик внизу от комода, полный тетрадями, альбомами, цветными бумагами. Так, ты выбрала какие в линеечку? Так, такие, да, будешь брать? Ну, уложи себе, сколько там штук тебе надо. По идее, ты уже 5 класс. Тебе можно... толстый сделать. Ну, пока вообще-то не надо. Альбом. Дальше. Альбом есть, цветная бумага, картон. Прошу извинения, просто я простыла. Так. Это цветной картон. Да, это картон. Тут это еще есть. По идее, у нас все это есть. Цветная бумага, цветной картон, мелованная бумага. Сейчас она тебе пока не нужна, можно это оставить на месте. Факт то, что показали, что это у нас все есть. Потому что многие спрашивают. Клеточку еще брать? Так, в клеточку. Ты сколько взяла? 2 в линеечку? Тебе 2, наверное, мало будет. Там сколько предметов? На штучек 5 положи себе на всякий случай в линеечку тетрадок. Вот Катя там вот все слаживает у себя. Полы на осудничку, кстати, помыть. В этой комнате. Так. 5 штук. И в клеточку давай выбери себе еще несколько, наверное, тетрадик в клетку, да? У меня есть только 3. Ну, давай еще несколько возьмешь. 2. А тебе зачем общие? Тебе общие не надо, тебе надо тоненькие. Или хотя бы вот такие вот. Это альбом. Потоньше. А, это альбомы, это да? Альбомы там. Куча альбомов. А, точно, это все альбомы у нас были. Тебе такие толстые не нужны. Тебе надо тоненькие тетрадки. Зачем тоненькие? У нас толстые уже будут. Ну, по идее, можешь выбрать толстые, если так хочешь. Ты себе в тот раз тоже толстые брала, отложу? Там одна толстая, я взяла одну толстую и 2 тоненьких, они у меня в шкафу лежат. А, ну хорошо, ну давай тогда отлаживай, какие рисунки нам покажи. Будешь брать, какие себе покажи, не все, а какие себе будешь брать. А, вот эту, хорошо, отлаживай. Делаешь. Катя долго выбирается, потому что тетради очень много. Видите, вот она тут все их скидывает. Так
неаккуратно. Ильюшу очень много с собой забрал. Вот эту. Хорошо. Остальные тогда нам слаживай. Чё? А, еще вот эту. Все хорошо. Остальные на место слаживай. В целом, у тебя, по идее, на 1 сентября ты уже готова. Еще одежду осталось приготовить и все. Но остальное там это бумага, альбомы и всякое такое. И получится у нас вот каждый соберет себе к школе почти то же самое, да? Нет? Все, хорошо. Одежду сейчас будешь? Нет, давай будем позже одежду показывать. Так, Катя, закрывай шкаф. И сейчас давай аккуратно разложим все. Подожди, послушай меня внимательно сначала. Разложим и покажем, что у тебя на первое время будет в портфеле. Так, сейчас вкратце покажу, что у нас Катя пока на первое время взяла. Ну, краски, фломастеры, карандаши она будет брать по мере необходимости. Первое, что она положила себе, вот это палитра у нас будет. Она у всех будет такая. Можно пока тоже положить в шкаф, потом будем доставать. Дальше закладки у всех будут разные. Вот Катя себе выбрала вот такие вот. С одной стороны они двухсторонние. И с другой стороны... Дальше. Набор обложек для тетради. Она будет все тетрадочки свои вкладывать. Дальше у нее будет дневник вот такой вот. С пандочками она себе выбрала. Также тетрадочки в линеечку. Да, это у тебя все зеленые и салатовые. Тетрадочки в клеточку она выбрала себе. Вот такие вот две. Ну, у нее там еще, она говорит, где-то отложен, да? Вот так вот. Потом дальше выбрала себе вот такой вот она альбомчик. Альбомчик такой прикольный. С оленями мне очень нравится. Папочка для труда у нее. Она идет тканевая. Вот такая вот. Дальше показываем, что у нее в пенале. Первый вот такой вот у нее пенал будет. Она решила такой сделать. Он большой, вместительный, помещается туда много всего. Это нам, по-моему, прислали с Германии, да? Очень хорошая. Оля с Антоном прислали красивые. У многих такие пеналы. И очень рады. Дальше, что у нее? Здесь линеечка на 15-16 сантиметров. Корректор. Клей. Текстовый водитель один пока она взяла. Что-то один только взяла. Дальше фломастеры у нее здесь. Фломастеры. Вот такие вот фломастеры. А еще фломастер один где-то я упустила. Да? Вот они у нее фломастеры. Дальше у нее идут ручки. Это тоже ручка? Да. И это ручка? Это карандаш. А, вот такие вот три ручки у нее. Точилка, ластик и вот это карандаши. Один у нее механический и к нему сменные стержни. Вот такой вот у нее в целом портфель. Которую она себе собрала. Ну, карандаши, краски, она будет все отдельно брать. Катя, тебе вообще все понравилось? Одежду мы потом вам всю, на всех уже покажем. Катя? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока-пока.